Ну что, рыбка, пора мыться. Будешь сегодня блестеть. То скоро придут еще козявки. Будешь сегодня блестеть. Так. Придут козявки. Ну ты потерпи. Все будет хорошо. Они тебя плохо не сделают. Ну, так надо. Зато у нас теперь есть дом. Ну и что? Да. У нас есть теперь дом. Вот и живем теперь. Трудиться, быстрее ветра! На будем учиться управлять лодкой. Ух ты, классно! Так это мы будем сегодня на лодке плавать? Я думаю, будете, но попозже. Инструктажи вы не прошли вчера. Все правильно, Валентина Ивановна. Наука обучения гребли проводится на берегу, а потом уже плавать. Все понятно. Все будет то же самое, что и с бассейном. Плавать мы не будем. Будете, но смотрите, инструктаж нужно пройти. Вы просто внимательно слушайте его, и все будет хорошо. Так, все, хорош болтать. Парень, бери лодку. Беру. И несем сюда. Девочки, проходим. Так, все, стоп, ложи. Посейдон Океанович, я надеюсь, вы все проверили? Течи в лодке нет? Так, Валентина Ивановна, я все проверил, течи нет. Можете идти заниматься своими делами. Вот и хорошо. Девочки, Влад, слушайтесь, пожалуйста, не шкодничайте. Я потом приду, проверю, что вы выучили. Да, хорошо, Валентина Ивановна. Все будет окей. Парень, иди к девочкам. Так, козявки. Что мы первым делом будем делать, если спускаем лодку на воду? Ну, смотрим, есть ли дырка. Ну, смотрим, чтобы весла были. Первым делом смотрим, чтобы она была не привязана. Молодцы, значит, моя наука была на пользу. Теперь берем весла. И устанавливаем. Правое весло направо, левое весло налево. Какая разница, они все равно одинаковые. Разница есть. На лопастях идет изгиб. А что будет, если поменять местами? Разница небольшая, но надо делать правильно. Так, что мы делаем дальше, когда весла установили? Берем что-то с собой сладенькое и спускаем лодку на воду. Сладости это, конечно, хорошо, но в первую очередь надо одеть спасательный жилет. Если же его нету, то берем круги. Ну это хорошо, а дальше что, плыть будем? Парень, плавает какаха, а мы будем гребсти. Итак, как правильно гребсти? Берете весла в обе руки и симметрично отталкиваетесь от воды. Вы так сильно не старайтесь, а то весла поломаются, не с чем плыть будет. Не переживай, не сломают. Следующее. Если вам надо повернуть направо, вы гребете левым веслом. Чтобы вам повернуть налево, вы гребете правым веслом. Да мы уже знаем, давайте ближе к делу. А ты у нас самый умный, да? А давай садись, показывай, что я бы что рассказывал. Хорошо. Ну что, давай, пацан, греби. Смотрите все, как мне батя учил. Берешь и гребешь. Влад, ты неправильно гребешь. Ничего, ничего. Он же у нас умный. Все знает. А ну, парень, поверни-ка направо. Пожалуйста, это очень легко. Вот. А налево? В другую сторону. Ну, смотрите. Вот, сделал. Ладно, молодец.
А теперь показываю, тебе надо развернуться. Вообще легко. Одно весло поднимаем, а второе гребем. Раз, два, три, четыре. Все, мы повернулись. А теперь двумя. Раз, два, три, четыре. Все, мы повернули. Ладно, неплохо. Выходи. Давайте, девочка, следующая. Давай, Даринка, покажи класс. Ну давай, показывай. Ну вот, сейчас мы прямо плывем. А если нужно повернуть, например, направо, то гребем левым веслом. Вот. На себя главное. А если нужно в левую сторону повернуть, гребем правым веслом. Молодец, Дарина, все правильно делаешь. Молодец, не ожидал. Становись. Следующая девочка, давай. Удачи. Спасибо. Я готова. Ну, раз готова, греби. Да вот мы гребем прямо. Ты уже все делаешь неправильно. Почему-то? Но я же плыву прямо. Сейчас ты гребешь назад, а вперед тебя с другой стороны. Да? А почему я тогда сюда лицом сижу? Гребец сидит спиной вперед. Поэтому тебе надо гребти в другую сторону. Лера, да в другую сторону крути. На себя. Да я поняла. Вот так, что ли? Наконец-то додумалась. Теперь тебе надо повернуть налево. Это легко. Молодец, Лерка, молодец. Вот. Ага, молодец. Теперь надо развернуться через правую сторону. Не вопрос, берем одно весло, одно поднимаем и раз, два, три, четыре. И все, мы развернулись. Так, ну, в принципе, молодец. Становись. А теперь занятие на воде. Парень, фиксируй весло. Хорошо. Все есть. Берем и спускаем на воду. Так, все, спустили. Молодец. Девочки, берите спасательные круги в беседке и ложите сюда. Хорошо. Парень, садись на весло. Хорошо. Девочки, а вы несете круги. А все давай. Одного хватит. Давай, Влад, покажи, на что ты способен. Вот, смотрите. И вперед. Хорошо. Теперь направо. Правильно. Вот, очень легко. Давай, давай, греби. Да, гребу. Давай, поворот направо. Теперь вперед. Интенсивно. Вот, все хорошо сделал. Медленно, быстрее. Вот так вот. Давай, давай. Разворот через правый борт. Интенсивнее. Влево возьми. Слушай, Даринка, у Лады вроде бы неплохо получается. Ну да, согласна. Так как, если честно, мне немного сейчас нервничаю. Я тоже немного нервничаю. Я думаю, все будет хорошо. Надеюсь. Бери. Прямо. Еще влево. Весло аккуратнее. Что, теперь наша очередь, да? Да. Парень, выходи. Девочка, за вас. Ладно, удачи! Спасибо! Я правда немного нервничаю. Давай сюда. Держи. Вот. Мне бы хотела толкнуть. Даринка, не переживай, у тебя все получится. Направо. Направо? Поворачивай направо. Неправильно. Левым веслом направо поворачиваешь. Ну, я просто немного нервничаю, не переживай, я забываю все. Одним веслом поворачиваешь. Да, одним веслом. Да нет, Лика, она сама разберется. Ой, Дарина, ну куда тебя несет? Сама чего отвлекаешь? Ну что, у меня получается? Медленно, быстрее греби. А теперь
Теперь разворот через левый борт. Так, через левый. Это не... Ой, я не через правый. Это через правый. Сейчас, все, 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 вот, вот, вот. Давай, раз, два, раз, два. Правее возьми. Вот так вот. Теперь прямо. Ничего у них не получается. Да получается у них все. Влад, не умничай. Левее прими. Правым веслом работать. Все, стоп, подымай весло. Так, все, на выход. Следующая девочка. Это твое. Да, Валера, посмотрим, что ты умеешь. Отдать швартовые. Господи, ребенок, ты что делаешь? Разворачивайся через левый борт, поднимаешь это весло. Разворачивайся. Давай, давай. И греби прямо. Быстрее. Вперед и назад. У меня все нормально получается? Нормально, нормально. Видите, хорошо плывем. Плохо плывем, левее возьми. Правым веслом влево поворачиваем. Все неправильно сделала. Нормально. Так тоже вот. Мне виднее. Я тут инструктор, а не ты. Все, плывем. Правее возьми. Левым веслом вправо. Правым веслом влево. Правым веслом влево, да, да. Вот. Все, видите? И плывем. Да, вижу, вижу. Еще левее возьми. Вообще, разворот через правый борт. Давай, делай. Лера вообще не знает, где правая, где левая. Ой, я сам. И ты тоже. В правую сторону. Перепутал. Опять же перепутал. Насколько можно. Вот, вправо, вот, вот так, влево. Вот налево поворачивай. Вправо, Лерка, давай, влево, у тебя все получится. Давай. Влево. Ну, другим веслом. Так, все, к берегу. Отвези меня к берегу, пожалуйста. Хоть что-то сделай сегодня правильно. Прямо. Вот, все, вот так вот и плывешь. Больше не поворачиваешь. Все, возвращается. Стой, остановись, мы сейчас разобьемся. Отдай сюда весла. Нет, все, хватит. У тебя плавание. Ты слишком опасна. Вот как это делаем. Я так же самое делаю. Все, правильно. Ленка, да не расстраивайся ты. Все у тебя хорошо получалось. Так, все, вылазь. Как? Парень, молодец. Ты девочка, молодец. Ты девочка, та самая девочка, которая на корабле беда. Да знаете что, это вы такой учитель.